Усіх вітаю, ви на каналі «Свій час». Мене звати Анна Кличик, і разом зі мною Ростислав Мурзагулов, письменник-публіцист та громадський діяч. Ростислав, привітаю вас. Ангеліна, вітаю. На початку нашого ефіру традиційно закликаю вас підписуватись на нашу YouTube-платформу, на YouTube-канал «Свій час», коментувати цю розмову і поставити нам заздалегідь вподобайку. В Российской Федерации продолжаются громкие увольнения чиновников и аресты высокопоставленных должностных лиц Министерства обороны, а также и старших офицеров, которые непосредственно командуют боевыми действиями в Украине. В частности, арестовали заместителя начальника Генштаба России Шамарина, задержан офицер Департамента по обеспечению госзаказа Вертилецкий и также снят с должности, говорят, командующий 20-й гвардейской краснознаменной общевойсковой армии Вооруженных сил России Сухраб Ахмедов. Как вы думаете, Ростислав, в чем причины таких чисток? Ну, причина чисток в том, что Путин не доверяет своей армии, потому что, собственно, с армией он всегда был чужеродным элементом. А армейские настоящие генералы, я помню, еще с 90-х годов, Путина считали выскочкой, они считали его... чем-то бюрократом, который бумажки перекладывал в Германии. И более того, они не ошибались, действительно было так. Соответственно, к нему отношение было всегда из генеральского корпуса вот такое, соответствующее. То есть как бы они вынуждены были называть верховным главнокомандующим человека, которому они не испытывали никакого уважения. А более того, этот человек время от времени еще и ставил им министрами людей, которым они тоже не испытывали никакого уважения. То есть там были Сердюков, которого они называли мебельщиком, потом они называли его маршалом Табуреткиным. Значит, соответственно, потом был Шойгу, которого называли оленеводом. Вот. Ну, а, соответственно, сейчас поставили Белоусова, которого они называют счетоводом или бухгалтером. Значит, соответственно, как бы вот для них вот это всегда было неким таким унижением, потому что, ну, они считают себя великими, они считают себя полководцами, наследниками славы, там, Суворова, Жукова, там, вот это вот все. Значит, ну, а тут, понимаете ли, какие-то выскочки. Это очень хорошо, что это так. На фоне войны, естественно, у генералов окончательно крышу посрывало. Они стали себя чувствовать совсем уж великими. Но это, в принципе, обычное явление. Во время любой войны всегда генералитет начинает крылышки свои расправлять и с огромными пузами на этих крылышках маленьких взлетать куда-то в небеса. Соответственно, сейчас это тоже случилось. И очень наглядно это было, особенно наглядно это было в ситуации с господином Поповым. Генералом, который из всей бездарной российской армии, наверное, наименее бездарный генерал, и из всех негодяев, которые организуют эти смешные штурмы, он наименьший, наверное, мясник, поскольку, в общем-то, действительно у него репутация удачливого военачальника и репутация человека, ну, которому различна судьба его бойцов. И как вот совпало еще, что он довольно мало воровал. И, собственно, вот эти вот металлоконструкции, которые он продал налево, чтобы хоть как-то генеральскую дачку себе на Рублевке отстроить, это было практически все, что он там украл. Ну и, соответственно, в остальном он как бы считался вполне себе таким, знаете, честным как бы. Ну и еще раз подчеркиваю, все это, естественно, в сравнении с генералами другими. Ну так вот, и значит, когда этого генерала устранили, сначала отстранили от работы, затем сейчас, когда его посадили, в общем-то, здесь возникает интересный вопрос. То есть Путин это делает потому, что он генералам не доверяет, и он решил, так сказать, их прижать к ногтю. Но у нас ведь Путин, он знаменит чем? Он пытается сделать одно, а получается совершенно другое. Я вот как человек, который засвидетельствовал сначала в Европе, сейчас еще и в Украине, и во многих городах, которые раньше в значительной степени говорили по-русски, засвидетельствовал я кончину русского мира. Ну, что, собственно, эта кончина — это результат того, как Путин хотел русский мир везде распространить. Ну, понимаете, да? То есть хотел как лучше, получилось как всегда. Соответственно, здесь Путин тоже как бы, да, хотел улучшить свою армию, значит, выгнать из нее коррупционеров, сделать все очень эффективной и таки дозахватить Киев. Не за 3 дня, а так за 3 года хотя бы. Значит, но результат здесь тоже будет противоположный, поскольку здесь, вот представляете, единственная скрепа, на которой все держалось, все вот это генеральское братство, эта скрепа — это как раз воровство, потому что, еще раз подчеркиваю, они своего верховного главнокомандующего никогда не уважали и не уважают. Они всегда считали его выскочкой и работали на него только за бабки.
и за свои великие успехи, значит, по карьерной лестнице, за продвижение. И вот сейчас эти люди понимают, что больше они ничего от Путина не получат, потому что каждый генерал знает, что он воюет плохо, хуже этого Попова. И каждый генерал знает, что он ворует больше этого Попова. Он прекрасно знает, что в любой день за ним могут прийти. И возникает у меня два соображения на этот счет. Первое. Как дальше будет воевать этот генерал? Хорошо или плохо? Ответ очевиден. Естественно, еще хуже, чем он воевал до этого. И второй вопрос. Этот генерал, когда ему предложат поучаствовать в чем-то, что может закончить Путина как верховного главнокомандующего, сделает ли он это? Нажмет ли он на гашетку своего какого-нибудь комплекса С-300, который стоит где-нибудь неподалеку от аэропорта Внуково-3, откуда Путин летает на свои международные, значит, поездки? Я думаю, что нажмет. Вот. И, собственно говоря, я думаю, что генеральский бунт, тот, которого пытается Путин избежать, устраняя популярных в военной среде людей, мы знаем уже несколько таких случаев, да, когда он убил Пригожина, когда он снял сначала с должности Попова, а потом посадил его в тюрьму, когда он посадил в тюрьму Гиркина, Стрелкова. Значит, соответственно, как бы это все было, значит, сделано для того, чтобы Путин избежал некоего недовольства военных и как итог этого недовольства бунта. Значит, соответственно, как бы я думаю, что здесь итог тоже будет отрицательным, ровно диаметрально противоположным. И я думаю, что генеральский бунт – это одно из возможных вполне себе развития событий. То есть он может быть в форме, собственно, как бы бунта, как бы, да, как типа Пригожинского, да. То есть они могут собрать вполне себе там 10-20 тысяч бойцов, которым доверяют, тихонечко везти их в Москву и просто взять и захватить Кремль. И объявить, что у нас военное положение, что больше Путина мы никто не включается. Это может быть руководство любого из харизматичных генералов, но, скорее всего, вообще обычно они предпочитают такие коллективные органы. Да? Ну, вспомните, там, не знаю, черных полковников греческих. Они всегда любят как бы быть такой стайкой, им так спокойнее. Потому что они понимают, что так, когда, значит, ответственность размазана, то как бы, значит, и тяжелее устранить там какого-то одного из них, чтобы закончилось все, да, потому что они же понимают, что с ним кто-то пытается бороться. На самом деле бороться с ним никто не будет, потому что Путин – это классический голый король, это классический такой осенний патриарх, у него нет какой-то огромной поддержки в населении, там не будет никаких вообще массовых протестов населения, когда эта армия пойдет захватывать Кремль. А население будет точно так же, как сейчас оно сидит и смотрит молча на то, как его убивают и бросают в топку войны в Украине, убивая много украинцев. А оно точно так же будет молча сидеть и смотреть, как будут убивать Путина. Потому что им все равно. Убьют Путина или убьют еще кого-то, или даже их самих. Потому что они аморфны, они как бы забиты вот этими годами путинского всевластия, до этого годами советского всевластия, до этого царского, соответственно, как бы вот такая большая культурная традиция помалкивать, когда начальство делает все, что угодно. Ну, соответственно, как бы со стороны каких-то как бы верных Путину военачальников, да, ну, кто среди них может быть упомянут? Наверное, Золотов может, да, потому что этот человек всем обязан Путину. И не просто так Золотов все время кричит на каждом углу, что мне нужны танки. Вы же понимаете, почему он это делает, да? Потому что он понимает, что если сегодня в Москву войдет одна танковая дивизия одного мятежного генерала, а Золотов, будучи из этой армейской среды, он прекрасно понимает, что там есть генералы, которые недовольны, которые хотят это сделать, то ничто не остановит этих людей. Они совершенно спокойно выбьют вот эти Боровицкие ворота. Они въедут прямо в тот корпус, где находится кабинет Владимира Владимировича со всеми телефонами. Они войдут в этот кабинет, они займут его, позвонят всем губернаторам, скажут, что власть сменилась. Позвонят на телевидение, скажут, что надо показывать их и рассказывать о том, какой Путин дурак. Генеральский заговор – это вполне себе нормальный вариант развития событий. И самое интересное, что еще генералы-то эти, они ведь раньше были отдельно, как бы, да, от всего общества. Сегодня они вплетены в общество. То есть сегодня все эти генералы, вот посмотрите на этого Тимура Иванова, да, вот в чем феномен его. Он вроде как генерал и вроде как из Минобороны, да, но он же абсолютно светский человек, абсолютно такой как бы ведущий
жизнь такого крупного олигарха, да, то есть у них случилась вот эта смычка с бизнесом, с олигархатом, с остальной элитой, грубо говоря, на почве бабла, да, которую они вместе с этими элитами пилят там на войне. И, соответственно, в этом как бы сегменте тоже очень много недовольных на самом деле. Они бы хотели этого безумного старикана уже устранить и дальше как бы заниматься там распилом на свой лад и на свой, в общем-то, свое удовольствие. И, соответственно, как бы эта смычка тоже будет обеспечена, и поэтому, на самом деле, я думаю, что этот мятеж, если его кто-то попытается организовать, он, конечно, обречен на успех, поскольку бизнес любой будет понимать, что любой, кто придет после Путина, это будет человек, с которым будет легче договариваться, потому что сегодня путинская система договорная, внутриэлитарная, она рухнула. Она больше не работает. Они друг друга поедают страшным поедом, и они, конечно же, этим недовольны, потому что это опасно, потому что это волатильность огромная, потому что это в любой момент может закончиться. И, соответственно, они хотят чего-то более предсказуемого. Поэтому я думаю, что это вполне естественное развитие событий, и Путин, его боясь, своими, как обычно, дуболомными действиями, как обычно, приближает то, чего он боится. Собственно, вот он боялся войны со всем НАТО, да, как бы, mm-hmm. и вот поэтому он напал на Украину, и он добился войны со всем блоком НАТО. То сегодня уже я вот, находясь там возле линии фронта, где я был в понедельник, вторник, я многократно слышал там иностранную речь. То есть это, видимо, были те, кто инструктирует. Вот. Но, в принципе, как бы с учетом оружия, с учетом моральной поддержки и дипломатической поддержки, это действительно как бы вот противостояние со всем приличным миром случилось у Путина. И здесь точно так же, боясь генеральского заговора, он делает судорожные свои движения, которые этот генеральский заговор приближают. Но Бог ему, что называется, в помощь. Вот в этом вопросе так точно. Вот во время нашего разговора приходят новости о том, что бывший командующий 58-й армией Попов не принял на рассмотрение ходатайство о переводе под домашний арест. Поэтому заседание перенесли на 27 мая. Просто здесь интересно, они вообще смогут выйти, эти все генералы, которых засадили в СИЗО. Я же предполагаю, там в Кремле тоже просматривают разные сценарии возможного в будущем генеральского бунта. Просто я хочу спросить, не поубивают этих генералов там в тюрьме? Ну, если их прямо начнут убивать, то это тоже приблизит новый генеральский бунт, поскольку, понимаете, беда с генералами в чем? Их в России же очень много. Сейчас куда ни плюнь, везде генерал. Там все вот эти, прости господи, боевые подруги и друзья, которых они за собой притащили, они же им надавали этих генеральных звезд прям несколько лет. Там сейчас как-то все быстро. Знаете, был губернатор-клиент по пиару в свое время, лет 10 еще назад, он сетовал. Он говорил, что раньше, говорит, лет 50 назад, когда генералы искали, чтобы президиум украсить на какой-нибудь праздник, никак не могли с собаками отыскать его. А сейчас, говорит, куда ни плюнь, везде генерал. Потому что как бы генералов очень наплатили много, то есть Россия там милитаризуется как бы с огромной скоростью, и, естественно, плодятся вот эти вот люди, которые много воруют и мало работают. Соответственно, которые привыкли ничего не делать и хорошо жить. И их там так много, что, конечно, как бы всех не пересажаешь, всех не перестреляешь. Среди них есть наверняка и такие решительные люди, которые, в общем-то, понимают, что сегодня в воюющей стране, в общем-то, когда все решение вопроса абсолютно ушло из политической плоскости, ушло в плоскость насилия, это то, что Путин сделал сам, своими руками, и вот сидит генерал, у которого в руках очень много физической мощи, и который понимает, что не сегодня-завтра за ним придут, и точно так же, как вот это, всех этих Поповых, закроют его в камеру, где он будет еще и зависеть от того, в хорошем ли сегодня настроении те, кто его закрыл, убьют они его сегодня, как Навального, или не убьют. И, значит, соответственно, этот генерал думает, да, пропадено все пропадом, а возьму-ка я свою танковую дивизию и войду-ка я в этот Кремль и скажу-ка я, что я теперь тут власть. Тем более, что вот еще есть два десятка генералов, которые со мной там рядом сядут, и будет такой новый ГКЧП, вполне нормальный, обычный вариант развития событий для классической страны третьего мира, каковой сегодня Россия, вящей радости ли вашей или какому-то, может, огорчению является. Мы же понимаем, что Министерство обороны и Генштаб, они тоже как бы работают в связке. Министерство обороны исполняет функции такого менеджера, обеспечивает армию всем необходимым. Ну, а Генштаб со своей стороны планирует боевые действия. Мы видим, что в Министерстве обороны произошли кадровые изменения, скажем так. О Белоруссии обязательно еще отдельно поговорим. А вот по поводу Генштаба. То есть Герасимов остался пока на своей должности. И мы видим, что сейчас происходит. Увольняют заместителя Герасимова. Герасимов, как говорят,
телеграм-каналах, был в шоке. Он не ожидал, что так произойдет. И сейчас боится, что силовики будут иметь вопросы и к нему тоже. Как вы думаете, будет ли увольнение Герасимова в ближайшее время? И кто, если да, может оказаться на его месте? Ну, смотрите, во-первых, конечно, у меня нет ни малейших иллюзий по поводу перспектив Герасимова. Перспективы Герасимова туманны, и перспективы Герасимова плохи. Поскольку, как вы совершенно справедливо заметили, в России вот эта система воровская, в ней, что называется, рука руку моет. И когда вы имеете вот этого гражданского, как бы, министра Шойгу, который дня в армии не служил, да, и рядом с ним вот военачальника Герасимова, то очевидно, что воруют они всегда вместе, поскольку для того, чтобы много украсть, надо, чтобы Герасимов сказал, мне вот для войны надо там, я не знаю, 500 тысяч снарядов. И Шойгу говорит, очень хорошо, заказываем 500 тысяч снарядов, производить моему другу Вася. Вася производит на самом деле не 500 тысяч, а 100, распределяем все это по воинским частям, говорим, что они быстро все кончились, остальные, и денежки распихиваем по карманам, по кайманам и прочим офшорным островам. Значит, соответственно, вот это примерно так работает в России во всех сферах. Соответственно, армия не исключение, и работала там все так достаточно четко до поры до времени, до тех пор, пока молодая поросль путинского шакалья не решила, что хватит уже воровать этим стариканам Шойгу и прочим, начнем воровать теперь мы сами. Ну и, соответственно, они затеяли вот этот вот, значит, переполох в курятнике, который приведет к окончательному и неминуемому путинскому поражению, к развалу всей его системы. Потому что система, которая держится на единственной скрепе в виде коррупции, которая ломает эту скрепу, естественно, она начинает сыпаться, она уже начала сыпаться. Ну, соответственно, значит, возвращаясь к разговору о Герасимове и его заместителе, значит, это понятно, что сразу нельзя было Герасимова уволить, потому что, ну, как бы воюющая страна, хотя, конечно, в ней затевать передел сфер финансового влияния. А это именно передел, понимаете, это не борьба с коррупцией, это борьба за коррупцию, но только борьба за коррупцию новых людей, более молодых и более наглых, и совершенно беспринципных, которым наплевать, что посыпется фронт, что генералы побегут, и что солдаты будут видеть все это воровство, и у них будет еще меньше воевать мотивация. Значит, соответственно, вот поэтому сразу не убрали Герасимова. Сейчас вот его подложили, как бы, да, вот этим вот уголовным делом. А когда есть уголовное дело на заместителя, то переквалифицировать в России его в дело в адрес начальника – это вопрос одной минуты. Там даже не важно, воровали ли они вместе, хотя, как правило, воруют все вместе, конечно, да, если начальник ворует, то заместитель, который ворует с ним рядом, это как бы обычное явление тоже. Значит, соответственно, это просто вопрос одного листочка с показаниями, в котором он пишет, что я воровал для него, в том числе. Это может произойти в любую секунду, Герасимов прекрасно об этом знает. Поэтому как бы все думают, что, наверное, из-за этого Герасимов сейчас не будет, значит, организовывать десяток генералов для того, чтобы танки зашли в Кремль. Но, во-первых, Герасимов может, потому что когда случается война, и когда у этих всех генералов, у этих всех тупорылых негодяев отрастают вот те самые крылья, о которых я вам рассказывал, соответственно, как бы они на этих крыльях способны как бы творить чудеса. И даже какой-нибудь тюфяк, каковым Герасимов вроде как является, он как бы особенно решительным никогда не считался, особенно каким-то волевым никогда не считался человеком, но даже вот такой вот рохля может вполне себе изобразить из себя, знаете ли, Че Гевару. Вот поэтому, собственно, я совершенно не удивлюсь как бы тому, что Герасимов вот сейчас, вот мы с вами разговариваем, а где-то в тиши Рублевской на какой-нибудь генеральской дачке, в какой-нибудь генеральской баньке уже происходит вот диалог десятка генералов на предмет того, что товарищи, а не пора ли нам спасти наше отечество? Они говорят, товарищи, такими терминами. И вот они выступали как можно скорее, чтобы умерло как можно меньше других людей. А эти вот в этом своем бунте пусть там друг друга режут до посинения.